Здравствуйте, высоко машина. Привет. Вам высоко? Лавочка? Тут есть лавочка. Да, там даже лавочка есть, это чтобы сидеть там. Ну, тут для взрослых детей, конечно. Тут такая лесенка-то. Нет, у лестницы такой вот, как везде. Вот какие-то другие лестницы. Она как башня такая, сделанная. С такими узорами-то. На горке хочешь? А она мокрая, видишь, дождь прошел. Мокрая, ты она не сможешь мокрая. Скатиться. Ты застрянешь и будешь сидеть тут. Пусть прилипнешь еще вдобавок. Как будем теперь спускаться? Лестницы нет у нас, смотри. А баба бедненькая, как бы спускаться? Нету, как будем спускаться? Ну, давай там попробуем, там пониже. Спускаться. Всем привет. С вами канал Артмания. Мы вышли гулять, Диме лучше стало. Мы погулять решили. Что, баба сначала будет спускаться? Да. Ты вот держи. Сначала я спускаюсь. Пока спускаешься. Сначала а то он хитрый. А потом ты... Ну, хорошо, хоть тут лесенка, кстати, маленькая. Давай. А, баба, ты меня сними лучше, я не хочу спускаться. Солнышко. Солнышко, оно еще за домами. А там он на доме видно. Солнышко. Видно. Там он какой-то. Окошко вон заделали. Штучками. Тут окна вон есть. А тут заделали. А я бы сделала комнату, наверное. Прям такую прозрачную. Сидела бы рисовала там. Вон там, туда идти надо, за этот дом. Нет, вон то. Ну, вон там вообще кусочек маленький. Солнышко на тебя посветит. Посветит на тебя солнышко. Вон оно, солнышко. Вон оно, солнышко. Давай катанем его. Качели здесь много, целых три. Песок только вот еще. Песка много. Тут только гулять по осени или зимой на этой площадке. Игрушку кто-то терял свои. Пошли скорее, пока солнышко не спряталось. Кончик солнышка увидим. Вон он, краешек, идем. А потом вернемся, когда солнышко уйдет. На солнышко встанем. Едем, посмотрим, что там пилили. Что там еще напилили. А, это вон там пилило? Пилили? Ой, пилили, сёти. Вон там идем, пошли. Да, скорее пошли на солнышко. А там голуби гуляют. А у меня корочки хлеба забыла взять. Продаю. Вон угол дома продается. Веточки пообломали. Солнышко чуть-чуть. Смотрите, целая банка получилась. Сделала это из клюквы жмых. Из него сделала варенье. Тут вон
Кастрюлька даже грязная. Надо же, получилась целая бутылочка. Я думала, ну будет, может быть, вот так. Думаю, ладно. За маленькими лазить не хочется. Накапала вон, накапала. Этот новенький мой держится-то. Ой, не забыла, как называется. Что-то так устала за сегодняшний день. Полы намыла, Диму спать уложила. Тут бутылочки уже скипятила. Все в одну кастрюлю стало кипеть. Раньше в двух кипятила. Тарелочка его, стаканчик, все прокипятило. Вот. Сейчас пойду за компьютер и дальше загружать свой ролик. Киса! Киса, 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 смотри. Киса.